Сегодня в Бендерах вспоминали гвардейцев, погибших 28 лет назад. Из-за роковой ошибки колонну солдат расстреляли свои же. Защитники города приняли гвардейцев за молдавских опоновцев и открыли огонь. Сегодня погибших почтили минутой молчания. Мы особо остро чувствуем цену, заплаченную за свободу и независимость в Приднестровье. Николай Чухненко хорошо помнит, что было той ночью, ровно 28 лет назад. Вместе со всеми гвардейцами в колонне ехал в сторону моста. Как раз здесь, на валах Бендерской крепости, защитники города ждали молдавскую бронетехнику. В темноте колонну наших гвардейцев спутали с вражеской и открыли огонь. Кто остановил? Вот я не помню. Парня, солдат срочной службы. Я лежал вот там, раненый, возле второго КП, вот я сейчас КП воинской части. Вот, и лежал парень, срочник, и прапорщик у нас, он когда-то служил здесь, офицеров знал, и он снял себе майку, подцепил на автомат и пошел прямо на них. И, естественно, кричали, что свои ребята, прекратите огонь, и офицер узнал как раз этого Николая, они на одной площадке жили тогда, и пошла команда, прекратить огонь. Стрельба длилась несколько минут. Николаю Чухненко в ту ночь повезло. Отделался двумя осколочными ранениями и контузией. Около 50 гвардейцев и ополченцев погибли на месте. Еще 25 умерли от ран в больнице. Виталий Фирсов тоже в ту июньскую ночь находился в колонне. Каждый, кто здесь находился, кто погиб, кто умер от ран, либо уже в мирное время, просто ввиду возраста, здоровья скончался, каждый выполнял свой долг. Они знали, на что шли, так как получали оружие, а это оружие рано или поздно должно было стрелять, тем более, если идет война. В память об этом трагическом событии в Бендерах на улице Панина установлен гранитный монумент. Сегодня сюда пришли однополчане, родственники, друзья погибших. Мы воевали за то, чтобы было мирно здесь, чтобы нас никто не трогал. Поэтому мы обязаны чтить память тех, которые погибли, которые отдали свою жизнь за наше будущее и настоящее. Гвардейцев почтили минутой молчания. В память о погибших горожане возложили цветы. Ян Раховская, Александр Зелинский, ТСВ.